сидят на своей квартире, и запомни наши личики, и звони 6-6-5-5-2-2-4. Девушкам из высшего общества скрасим за косарь одиночества. Остановитесь, что это такое, я не понял. Я же вас просил на Николаевск что-то веселое подготовить. Я стихотворение подготовил. Молодец, ну давай. Александр Сергеевич Пушкин. А может своими словами? Ну ладно, давай своими словами. Лукоморье, янэнда, яшел и мэн. Достаточно, Артур, ну хватит. Есть повеселее у кого-нибудь что-нибудь, а? У меня песня про женскую дружбу. Сегодня праздник у девчат. Наташку бросил парень, но бросил он не просто так, а прямо перед свадьбой. Стоят девчонки, ржут в сторонке, Наташка в углу вся в слезах. Достаточно. У меня таких песен уже сердце ошколит. Ой, Виталя, у тебя что, даже сердечные желудочки проголодались, да? Да нет, правда, что-то сердце колет. Виталя, мне кажется, давно просто не было у своей дамы сердца. В смысле? У кардиолога. Да сколько же можно уже, а? Юль, я не понял, ты что, опять в Твиттере сидишь? Нет, в Ваське. Я смотрю, ты староверка. Ты, наверное, айфон еще двумя перстами разблокируешь, да? Так все, давайте помолитесь и вперед. Амином. Интеграли лапера. Достаточно, что это такое? Ну это просто единственная молитва, которую мы знаем, Виталий. Все, давайте начинайте. Ну что ж, а для начала ситуация около роддома. Лена! Лена! Молодой человек, вообще-то окна вон там. Да не-не-не, все нормально, она просто в люк провалилась, докричаться не могу. Лена! На лестничной площадке. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы верите в Бога? Да, конечно, верю. Я переспал с вашей женой. Вот чум! А вот это уже грех. Телеведущий новостей, который только что заматерился в прямом эфире. Простите, выбоины. Президент Российской Федерации распределяет бюджет по регионам. Так, 2 миллиона отправляем в Оренбург. Блин, опять в Орск попал. Парень, который только что расстался с девушкой. Да ладно, много вас таких, будете еще толпами за мной бегать, коза. Эти роли не для нас, и до утра опять будет спать, чьи любовь. Да задавал ты мне уже трубку, бей! Разговор отца и сына. О, слушай, Артурчик, скажи, что с Леночкой вчера гуляли? Ну, па! Че, папа, свой папке можно? Ну, гуляй! Ну, да. Ой, какой молодец, слушай, а вы с Леночкой целовались? Ну, па! Че, ну, па, папка свой папке можно? Ну, че, целовались, да? Да. Ух, какой молодец, слушай, сынок, весь в меня прям. Скажи, а может быть у вас, Леночка, еще что-то было? Ну, па! Ну, че, пап, папка свой, папке можно, ну, был, нет? Был. Ну вот, видишь, я тебе говорил, женишься на Ленке, все будет. Дорогие друзья, ну а мы хотим сейчас рассказать вам немножечко о нашем городе и о себе. Мальчишки, блядь!
деньгах, отдал я им ключи от дома. Присел на лавку, долго ржал, ключи ведь были не мои, а моей бывшей девушки. Будет, будет, будет знать, будет знать, как изменять. Супер, супер, супер гуд, все нормально, Оренбург. Я не хочу учиться в меди, и в меди тоже не хочу. Пойду я в свой сельхоз, любимый, хвосты коровам покручу. Я буду банчить всем на вуз, так деньги делает сельхоз. Супер, супер, супер гуд, все нормально, Оренбург. Супер, супер, супер гуд, это просто Оренбург. Вчера зашел в контакт сестренки и сообщение прочитал. Ей написал какой-то парень, я за нее ответил сам. Теперь встречаюсь тайно с ним, он Ильгиз, я Константин. Супер, супер, супер гуд, все нормально, Оренбург. Супер, супер, супер гуд, это просто Оренбург. Девчонки бреют себе ноги, но забывают про усы. Ну а еще все взяли воду, сбривать себе пол головы. А я ничего не буду брить, мне так теплее зимой ходить. Супер, супер, супер гуд. Патриоты, все на...